Ситуация просто сюр, чтобы вы понимали, значит, стоит мужчина, ну ничего, такой нормальный, не урод, знаете, какой-то. Я подхожу, ему говорю, так, Манюнь, маленький, что тут стоишь, как бы, так аккуратненько по попке, не сильно, не то, что я там ударила его, понимаете, просто аккуратно, как начал орать, такую вонь поднял, как истеричка, что-то орет там, типа, это мое тело, как вы себе позволяете, что вы себе позволяете, думаю, что вообще больной, типа, или как, во-первых, стоит наряженный в этих штанах, понимаете, своих узких, зачем меня провоцировать, я самка. У меня есть инстинкт, это биология, блин, 6 класса вообще, камон, типа. Стоит, типа, с новой прической, с барбершопа вышел. Типа, я не понимаю, для кого он тут разоделся, понимаешь? Ну, это просто бред, типа, ну, зачем обманывать себя? Во-первых, мужчины, будьте мудрее, потому что, ну, вы так останетесь одни, типа, к вам просто подошли познакомиться. Вы уже, такое понакручивали, ну, попустись немножко маленький, хорошо? Это во-первых. Во-вторых, ну, 30 лет ты уже никому не нужен будет, поэтому давай, попускаемся, да?